Ах, муж пришел, а с днем семьи, любви и верности поздравил. В озере купались сегодня. Вот так. Ромашек не было, такие вот цветочки. Пошел уже по жаре, зачем? Ну, лучше приятно. Бы поехал бы. Лучше бы поехал бы. Доброе утро. Дим, доброе утро. Сегодня мы едем в Абрау-Дюрсо. Поехали. Больше го, чем в Краснодарском крае. Это в республике Крым, да? Да. Ты откуда это знаешь? Мы ездили туда. Ездили? На одну из гор под названием Ай-Петри. Ай-Петри? Да, есть такая гора Ай-Петри. Ну, я знаю, что есть. Мы хотим еще посетить горы Лаганаки. Горы Лаганаки? Да. Вы с палатками, что ли, хотите? Не знаю. Ну, наверное, если... Почему? Посетите. А, или просто типа экскурсии, да? С горы Лаганаки. Ну, с горы-то, наверное, можно. Оно ж море рядом, если там. Поверните направо. Смотря какая гора. Направо, а мы налево поворачиваем. Вот Ай-Петри. Вот в Ай-Петри гора. Там где-то 1300 с чем-то метров. Над уровнем моря, да? Я не знаю. Ну да, над уровнем моря. Там видно несколько поселков вдоль моря. Угу. Он спортом занимаются дети. Еще пока не очень жарко. Футболисты, юные футболисты. Поверните налево. Ну, как красиво. На Тухаевской закончилось. Продолжайте движение. 7 километров 100 метров. Тут такой вот, ехали, конечно. Такой вот прям страшный горках. Поворот. Да, как на американских горках. Но тут сейчас не видно с машины. Шикарные товары из Греции. Из Греции. Из Греции, самой Греции товары привезли в эту деревню. Называется Васильевка. Васильевка, да. Скоро подъедем к Абрау-Дюрсо. Васильевка закончилась. Эксклюзивные товары из Греции. 8 километров до Абрау-Дюрсо осталось. Какая церковь. Так, Абрау-Дюрсо. Туда Дюрсо, туда большие, туда. Тут и Абрау, тут и Дюрсо. Поверните налево. Оп. Налево, он повернул направо. Ну, наверное, на стоянку. Да. Ага. Сейчас все увидим. Да я не видела. Отключено внешнее питание. Развернитесь налево. Сейчас замучает она этим. Повернитесь, развернитесь. Уже мы приехали. А там вот, там какой-то парк, вход-то, да? Мы куда-то поехали, вот, не туда. Вот, а потом поедем купаться, потом поедем купаться. Так, ну все, в Абрау-Дюрсо. Остановились здесь. Будем смотреть красоты. Прогулки под парусом. Какая красота, это озеро, такое, такая водичка, вот такие просторы и фонтан.
там обратно полкилометра. Нет, то есть так... здесь вот эта вот дорожка, она идет вот так вокруг, что да, ли? Она вокруг озера дорога идет и поднимается там? Вот где-то там. Ну, там где-то машина поднимается, через гору переваливает. А можно остановиться и ходить по этому парку. Ну, мы сейчас мы походили вот по нему, туда... очень надоело, честно говоря. Ну, да. Не сильно-то прям. Так, вот спустились мы по этой лестнице. Все так очень красиво. Здесь рыбки даже там видно плавают. Но там водоросли. Ну, водичка так прозрачная. Красивый фонтан. Ну, там вдалеке люди вон купаются. Там, вон там снова песчаные, там рыбы плавают. Ага. Красиво здесь, конечно. Есть что посмотреть. Драудерсу. Сейчас мы продвигаемся туда, к парку. Там тоже был, проезжали красивый вход. Ну, наверное, там есть где погулять. А потом уже поедем купаться на море. Вот, смотрите, какая красота. Какая свеча. Там лодки можно прокатиться по этому озеру. Парусники стоят. А здесь что? Круг делает. Водный трамвайчик. Водный трамвайчик по кругу. Или отсюда. Ну, да, угу. Так-то можно вообще-то, да? Вы катались на водном трамвайчике, нет? Ну, просто более интересно так побыть в центре, да, он на море. Ну, может быть, да. Да, пойдемте. Пойдем, блин. Нет. Нет, мы не хотим туда. Ни на какие дегустации. Кошек много в Абрамдерсу. А где? В парке, что ли? У нас здесь главным щитоводом кошек. Вот просто она. Много. Температура и сделать. Ну, это понятно, вино хранится. Да. При Николае Втором или Александре там. Вино хранится при определенной температуре. Там. Мы в Турции, да, ходили как-то уже смотреть одно и то же. Дегустации. Ну, мне даже написали, что ничего интересного там и нет. Трамвайчик такой водный. Красивый трамвайчик. Да? С крышей хотя бы, чтобы голову не пекло. Вот на таких лодках, конечно, плавать тяжко. Ой, ну красота же, а. Вообще сказка. Конечно, мне хотелось приехать в Абрау-Дюрсу. Вот. Мечта сбылась. Трамвайчик подплывает. Ну, говорят, не поедем. Мы и так хорошо все обойдем. И пойдем, пойдем купаться. Жара стоит. Сегодня снова 39 градусов будет. Что, так хотя бы посмотреть достопримечательности и на море. И на море. Такая скала живописная тоже. Ой, наши бегут, я так не могу бежать. Я еще и снимаю же. А что такое? Вот такие интересные здесь лопаточки. Браво, все. Везде вот. Из можжевельника по поделке. А это жемчужные натуральные у нас или нет? Вот смотрите, ага. Вот те сначала все натуральные, ага. Жемчуг речной, потом после темного с браслетом, это идет майорика, это искусственные, угу. Хорошего качества, и дальше. Угу. Спасибо. Мы
мои уже куда-то убежали. Это что-то. В результате я ничего не вижу, только бегу за ними. Это вот вход в этот парк, да? Что ли? Ага. Вот где мы проезжали, сейчас прошли вдоль набережной и вернулись к этому входу. Сейчас пройдем, посмотрим, что там. Красота. И все же бегом. Вот. Абрау Дюрсо. Вот этот вход. Надо смеяться. Вот такая вот здесь арка. Там Абрау Дюрсо. Вот в этот парк. Ну да, ну потом, значит. Конечно, не сейчас. Это ты, Даниль, говоришь, что потом мы вернулись сюда и купили. Здесь вот есть торговля, колбасы всякие, ну, в общем, и рыба, и все. Муж увидел конскую колбасу и говорит, хочу. Ну, сейчас жара такая, потом зайдем сюда, купим. Вот так вот здесь. Полиция, кафешки, розы цветут. Это увлажнители, да, увлажнители? Ага, влажность воздуха. Вино игристое, фирменный магазин Фанагория. Ну как же не зайти? Как же не зайти? Сейчас зайдем. Долина, производитель виноградных вин. Ой, как здесь хорошо. Здесь прохладно. Здесь сейчас замерзнем. Да, ну цены, видишь, 1600 на это, 765. Ну, снимать, собственно говоря, что здесь вино или нет. Водка царская, золотая. 1190. Здесь что? А здесь что, коньяк или чего? Ну, коньяки здесь. Чача, пожалуйста. А это коньяк какой-то. 180. Он из бутылок сделан. Это название, надпись, да, здесь. Абрау Дюрсо, да? Ага. Богомол это. Богомол ползет. Надвигается. Да он этого, он богомол этого не боится, да, Дим? Ты его как-то, ты же говорил, он брал в руки. Просто неприятно. Ой, как хорошо по водичке. Такая вот красота, они пошли там на дегустацию какую-то смотреть. Ну, мы не хотим. Здесь вот что-то продают. Магнитики здесь, кстати, очень красивые. Магниты всякие разные. Это... А, ну это что-то антиквариат какой-то. Старинное. Старое серебро. Серебряное. Типа барахолки. Типа барахолки. А там, кстати, есть вот большие даже. Книга, да, там большие, да, есть такие. Абрау Дюрсо. Ага. Добрый день. Добрый день. Чайнички. В общем, это просто антиквариат тут. Ой, ветерок подул, как хорошо. А здесь что-то, какая-то аллея.
Может, какие виноделы? Артемий Арутюнович Мирджанян. Заходит там, кто что хочет. Вот игровые там комнаты для детей, или еще что-то. Дальше есть экскурсия. А это что такое за аллея? Да, наверное, какие-нибудь. Виноделы Николай Аполлонович Мехузло. Так, красота. Идем в парк. И сувениры прошли мимо вот этой вот карусели. Смотрите, какая красивая карусель. И такой какой-то старинный. Как будто с царских времен такой дизайн. Карета такая. Ой. Здорово, да? Так, здесь класс. Так, идем к фонтанчику. Подходим к фонтану. Сейчас он должен включиться сейчас, да? Да, пропал фонтан. Так, сейчас идем к кактусам. Снимаю ваши спины. Когда прям ветер такой ледяной. Там набережная. А здесь что, увлажнители, да? А здесь что, вы не пошли? Мне нравится. Ну, какие кактусы. И здесь вот увлажнители стоят. Так. Здорово, вот здесь под увлажнителями проходить, так приятно. Может, пальма? Какая-нибудь банановая? Нет, ну это точно не банан, у нее листья банан. Другие. У нее листья длинные, а это такие, как лопухи. Мам! Беседочка. Ну да, тут увлажнитель. Идем под увлажнителями. Ой, красота. Ем мороженое фисташковое. С меня течет, жарко. Сейчас пойдем. Посмотрим какой-то ворота в скалу. Потом вдоль набережной прогуляемся. Кепку у меня снесло ветром, я уже без кепки иду. С увлажнителем здесь постоять приятно. А куда же они пропали? Так, ну вот там какой-то вход в скалу. Это, наверное, отсюда уже выходит после дегустации вин. Здесь такие рисунки. Здесь
возят на завод экскурсии. Виноградный сок получается молодое вино. Для создания повторимых вкуса надо смешать несколько сортов вина. 8 миллионов бутылок. Ремиаж – одна из самых таинственных операций при создании шампанского. Ремиерами сейчас работают только женщины. Мюзле, кто не знает, как называется, вот эта металлическая сеточка, которая держит пробку от шампанского. Пробка из коры пробкового дуба. Напиток. И праздник. Праздничный день. Заслуга создания Браундерсо принадлежит Дмитрию Васильевичу Пеленко. Ну, вот отсюда выходит, наверное, надегустировавшийся. Шампанское – признак материального благополучия. На революции шампанское было напитком высшего общества. Итак. Такой вид открывается отсюда. Так, зашли в этот магазин в скале. Видимо, сюда можно зайти с этой стороны. Есть такие вот прянички. Пряники ручной работы. Браудерсо. Здесь варенье. Икра какая-то. Черная, по-моему. 3400 рублей. Так, ну что, вы что за привычка? Ушли и все. Я вас там жду еще, думаю, сейчас потеряетесь. А они уже. Дим, не надо. Что? Ну, как всегда, надо бы сказать. Это вот для бутылок такие подставочки. 200 упаковка в виде фонаря. О, коробка какая для двух бутылок. Браудерсо. Здесь упаковки, сумочки, кувшинчики, да, хлебница. Сидры. Ну, в общем-то, мы заходили в магазин. В общем-то, то же самое, только здесь хорошо так затемненное все, что определенная температура, определенная, наверное, чтобы не на свету находились эти вина. Ну, хотя здесь фонари включены. Вино России. Премиум 1140. Это вот шампанское маленькая бутылочка. Вино игристая карточка. Хотя на стене написано, что шампанское. Но, как говорится, на заборе тоже написано. Пишется игристое вино. Шампанское оно. Ой, какая красная вся. Ужас. Так, вот такая здесь красота. Вон на той стороне, вот там вот. Через верхушку переваливать и там. Меня не фокусируется. Хотя есть дорога вот тут тоже проезжает. Вот машина. Уточки, вон, ой, хлеба ему вот говорят, хлебом-то нельзя кормить тут. Хлеба. Перевозок сюда, смотрите, я думаю, наценка чуток побольше будет у вас. Да у нас дешевле, чем здесь. Смотри, ну была, по крайней мере, вот это вот шампанское, которое мне нравится, Браудерсо.
Оно сначала было 390, но потом после подорожания стало на 425 или 420. Здесь оно 505. Вопрос, оно еще раз подорожало или здесь дороже, чем у нас в магазине? Ну, вроде такого не должно же быть. Или, может быть, здесь для туристов то, что здесь да, цены да, такие? Но сам факт, зачем тогда, покупать здесь, когда у нас дешевле? И то же самое, вот вопрос. Может быть, здесь другое? Может, здесь другое, я не знаю. Ну, я обычно вот это мне шампанское нравится, Абрау Дюрсо. Может, и надо купить. Вон домики. Это домики для уточек? Да. Ага. Может, сходить и купить шампанское. Только надо с ними ходить. Так-то бы... А сюда подъехать-то нельзя? К этому вот... Как-то с калеты, наверное, можно на машине? Нет, там... Нет? А? Там шлагбаум, да? Это вот где мы заходили, там все шлагбаум. Понятно. Так вот, если купить, ну, хоть бутылку этого шампанского, но таскаться с ней вот, по жаре. Ну, недавно вообще я вот не сходили, прям мне ветром выдуло. Помнишь, у тебя как готово? И осень, и ранее. Бабушка, смотри, это вода, водный трамвай. Угу. Я вижу, да. Вот, видишь, бутылка моя, водный трамвай. Да, бутылка, водный трамвай. Вот водный трамвайчик. Шампань называется. О, красота. Ой, а сколько рыбок-то здесь. Боже мой. Ой, как мелкие рыбешки. Вон их сколько полно прям. Красиво. Так, люди приплыли. Гуляем, ждем дедушку, когда купит вино с колбасой. Это жарко, хотя бы ветерочек продувает. И тут ивы красивые, большие. Здесь как амфитеатр. Амфитеатр. И вот этот пастух. Так, фильм-то как? Не Волга-Волга. Свинарка. А, свинарка и пастух, что ли, да, фильм-то? Свинарка и пастух. Я думал, веселые ребята. А, веселые ребята, это точно, да. Господи, свинарка и пастух это совсем другое. Да, веселые ребята. Веселые ребята. Да, на песне. Да, да, да. А эти уже старые фильмы все перепутались в голове. Утесов там, Утесов этот снимается как раз, да, да. Мне что-то не Волга-Волга, не это, не тогда не нравился. Это, Дима, ты что воду бросаешь? Приехали мы на пляж Абрау. Здесь вот так вот тоже самое все торговые ряды. Солнечки, места платного отдыха. Ну, море хорошее сегодня. Сейчас где-нибудь упадем с скалы. И сейчас море закипит, если я в него войду. Как я нагрелась на солнце. Так, ну все, я плюхнулась в море. Море почти закипело, я уже с головой и все уже. Какой тут девочки на пляж? Что тут? Все уже. Вот такое море классное, такая водичка. Вот это направо. Пляж. Вообще, народу здесь гораздо меньше. И как они располагаются по всему пляжу, они вот стеной у берега, прямо у самой кромки моря. Здесь очень нравится. Ветерок немножко поднялся, так. А в
Вчера у нас вечером был такой вакуум, ветра не было, 40 градусов, ой, я думаю, умру. А ночью поднялся какой-то ветер, мы думали, прям куча метель, дверь у нас хлопает. Уже закрыли дверь, чуть попрохладнее стало. Но сегодня снова 40. Ой, ну я прям путалась в воду, просто кайф. Вода классная, волны нет. Вода теплая. О, лягушечки плавают. С овощами, свеклу, компот. И у меня баклажаны с говядиной. Ну, как типа сатэ, что ли. Баклажаны с говядиной и компот. На 2000 с чем-то у нас. 2028. 2028, да. Здесь цены дороже. Я так скромненько, в общем-то, ем. Если бы даже есть не хотела, удивительно. Ну, мы, конечно, хорошо позавтракали. Это Дима у нас тут на овощном коктейльчике, на мороженом, да? Есть захотел. Накупались, наплавались. Вышли мы из столовой. Здесь вот такие вот лежаки, такие вот соломенные грибочки. Что-то они почти и не закрывают. Тут столовая. Чебуречные, ну, есть где перекусить. Вот такой здесь вид. Сверху смотровая площадка. Там набрало лицо. Вот где мы были, внизу. Там вот фонтан. Ветер поднялся. Там в фонтане даже как будто радуга. Ой, а ветер. Фу, кучи какие-то налетели. Может, это будет дождь. Мы попали в самое нормальное время. Да, смотри, как ну, да. Получается. Фонтан, вы расходите вода. Большой город. Больше на улице идет у нас дождь. Удивительно, но мы вовремя уехали. Вообще-то... Дождь.